А хорошо то, что... Роял Мэнни один правее, на Локи я видел. Понял. А, да? Пока лег. Лейн, худаю, мое почтение, блядь. Да сейчас, потом. Да, один тут слева прям. Минус два, Леш. Нужна помощь. Хорош. Блин, их много. Один был. Короче, здесь никого нету. Занимаем. Теперь убил. Че, на один? Тут еще Тима внизу. Не, я точно не один. А, двое. Ой, хорошо как. Ой, как хорошо. Блять, Леха, дай 5. Хорошая вообще. Держи 5, да. Не, это хорошо было. Принял. Красиво. Но снайпер Серег сидит далеко где-то. Блять, я что сразу не сказал. Еще одни со станции бегут, те, которые дрались там 2 на 2. Сука, открой дверь. Кувалды, блядь, по башке. Хорош. Еще одного. Да. Зарезал. Он на хите и горит. Ты что, ты их зарезал, что ли? Ну, одного кувалды я ждал, крысу. Вы его отвлекли, и он глутает, парни. Клип можно? Очень интересно. Куда, блядь? Не убивай! Саша, я тебя убью. Блять, я шот ты, брат, убеги. Мне теперь его не обыскать до секунд. А он где-то был у вышки, да? Да. Уа! Ниндзя! Это же все, я надеюсь? Лампы жечь или... А мог бы себя предрешить. Флешки здесь очень хорошие. Стать могу? Да.
Да, брат. Фу, бля. И он же не изгнан еще. Быстрее, быстрее, быстрее. Где ты? Боже, какой кривой спрей. Хорош. Бля, ты зачел. Я не попадаю, блядь. За деревом. За дерево бежал. Хороший. Хорош. Я, смотри, в упор подхожу к ней такой. Целобочку запалить. Да. Хорошо, спасибо, не троих. Мне бы еще вода. Метра два, я думаю, было бы интересно. А что, получилось, да? Да, красиво причем. Мне понравилось. Я даже подзалил. Братья, что-то, это как канадцы, знаешь, любят на себя учить народ. И как бы нормально все понимают, у них меньше драк. Самоирония, это говорит о том, что ты не глупый. Говорит, так, Алексей, ты че мигал-то? Я справа. А там двери стоит. Дом одна. Как-то она справа была, блядь, я думал, справа. Да. На втором даже я хит дал, баба тащит от меня в трапе. Так, надо попробовать Алексея поднимать. Уже, уже. Я вверх прикрываю. Угу. Давай, Лёх, я тоже вверх прикрываю, вали. Или с ноги залетим. Ну, у вас есть чем залетать с ноги? Они добили а, его. Нанят, да, уже поздно. Бля, я взорву этого дядьку. Мы стоим на архировеньку, да? Ух, ёлки упал, ты мне прям с дверей дал. Ну, давайте там пока я там. Да, бля, ты в дверях и слева меня убили вообще. Бля, главный ход. Я убил Мику на втором этаже. Она меня убила второй раз. Минус, девочка. Под окно не подставляйся. Где могут. Так, ты какую девочку убил? Лысенькую. Хорошо, на второй этаж полез. Второго тира осталось. А, вру, не лысенькую, в шляпе. Тихо-тихо-тихо, звук не нужен. Вот я имел в виду. Я на втором этаже, если что. Я тоже. Ага, пойдем. Подняли Мику, которую я убивал. Понял. Они в хранилище, может? Да, блядь, опять она меня убила под лестницей. Блин, она меня добила. Давай. Можешь пробовать. Куда она попадает? За пиксель. Все, парни хилились. Бля, я ее не слышал. А, она сейчас стреляет. А я думал, ты услышал. Я думал, снизу. Да, да, сейчас. Бля, она же по дереву, а не по камню. Поднимает своего она. Попробуй бить сейчас за углом, она будет контрить тебя. Да, я тоже думаю, что она будет. Хорош, еще есть. Ага. Надо бинтами сразу хилиться. Бля, лично ну я боялся. Согласен. Ну я пока подымет, а я уже не фул бода, ёбаный. Да все, нормально, играй что-то. Парсию. Да, на лестнице здесь топает, одна перед тобой вот на уровне. Ага. Лестница посередине, которая. Хорош. Хорош. Давай пробуем поднимать. Ай. Ты же всех убил или еще один живой остался? Не всех, я думаю, они. Хорош.